Всех приветствую, дорогих зрителей канала Андрея Кёльна. Пришла очередная внезапненькая посылочка для нас. Давайте же ее распакуем и посмотрим, что в ней находится интересного у нас. Оказывается, тут две части данной посылочки, что нужно вот так все открывать. Как вы уже можете видеть, это какая-то фирма у нас такая интересненькая. А что это у нас такое? Это просто черная футболочка. Заказал себе Элечку, потому что думаю, что Элечка подойдет под мой параметр. По материалу уже чувствую, что суперская, очень. Да и думаю, что даже не прогадал, потому что по длине супер, а по рукавам сейчас посмотрим. Давайте примерим данное чудо и хочу вас предупредить и сделать акцент, что это реально 100% хлопок. Очень качественно. Ну, я заказал Bad Boy себе вот такие. Качество вообще суперско. Я даже не знаю, это хлопок или нет. Может, с добавкой 95 хлопка и 5 эластана. Но такая футболка реально чётенько. Меряем и смотрим. Дорогие зрители, собрал я себе вот такой комплект. Заказывал себе L-футболочку, сидит просто суперски. Могу сказать, 100% хлопок, но думаю, что в нем 95% хлопка и 5 эластана, что она немножко тянется. И должен еще бицепс полностью облегать, но у меня пока еще не облегает. А так все супер. Шортички черные, комплектики, кепочка вот такая черненькая, немножко примятая, но это все поправляется на ура. Собрал себе вот такой комплект на лето и обошелся он мне примерно где-то в $20. $20 это полный комплект, что вы будете самым четким, самым мощным чувачком ходить. Очочки Ray-Ban-чики скоро будут, а Ray-Ban, как вы знаете, гораздо круче, мощнее и expensive. Прайс у нас. А так, по футболке могу сказать суперская. Продавец счет фабричный кита. Так как все очень качественно, весь товар у меня такой качественный. И специально выбирал, лучше выберите подороже цены, но оно реально будет качественно, даже все швы очень хорошо прошиты. Сидит суперски, прилегает к коже, вообще только покупайте. Если вам понравилось данное видео, рекомендую подписаться на мой канал снизу, поставить ваши лайки. Всем удачки, до новых встреч, всем пока-пока. И всегда уклоняйтесь от правого, прямого или бокового удара. Ищ. Тянешь лайф, тебя начинает весь кайф, никогда не шкайт. Пас затягивает файт, ты взял займ на дабл рань. Я не крал тайн, я ебал ваш грань. Каждый знает, я рыб, самурай, ты кей гайд. Тут голубей рай, ты со всеми пил здесь. Я не хотел тупым лезть. Статус нужен для гала, там леший тупит по команде. Потом драго помогает, слава снова не в порядке. Память снова не в порядке, на фрешбладе так же забывать. Банальное дело, реклама ставок продается. А вы хаваете это?